Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Давай заберем все наши награды. Это для начала. Так, а теперь посмотрим, какие у нас есть события. Могучие деньги, белая мгла. Я сразу, наверное, пойду на белую мглу. Хозяева тропиков. Ничего себе. Вау. Интересно посмотреть вот на это задание, ребята. Самое интересное, что здесь награда очень вкусная. Так, и дрожь земли, которая еще до сих пор не кончилась. Еще 16 часов впереди. Так, друзья мои, ну что? Я думаю, что белую мглу, ну, полюбаську нужно пройти. Давай посмотрим. Эллас Материй, да? Это значит у нас эти степные, да? Степные. Против степных у нас идут заморозочка. Так, возьмем Синтетоцерас. И, наверное, возьму я мамонта. Да? Плюс Динотерия. Давай попробуем такую вот командочку. Да, в принципе, должны расписать их, этих эллосматериев всех, в щепки просто. Поехали. Ну, давай, давай, давай. Синтетоцерас. Готов, молодец. Так, что он будет делать? Атаковать. Ему нет смысла меняться, как ты понимаешь. Поэтому он, естественно, приходит в атаку. Так, ну мы с тобой что? Мы его добиваем. И выходит следующий, да? Ну, мамонта 100% они не смогут победить. Кишка у них, как говорится, тонка. Ну что ты вышел тут такой довольный, думаю, сейчас всех тут порву. А на самом деле ничего подобного. Но бомбанет он сейчас хорошо. Да. Так, ну что, мы его пробить сможем? Раз, два. Да, в принципе, все у нас хорошо получается. Мы его добиваем. Так, и выходит следующий, последний Элсматерий. Он 26 уровня, у него 78 к атаке и 495 здоровья. Ну, понятно, мы с тобой потеряли нашего олененка. Так его назовем, да? Ну, а мамонт? Что мамонт? А мамонт будет влуплять по полной программе, соответственно. Уничтожаем мы этого Элосматерия. Все. Я считаю, это было легко. Но это было только лишь первое испытание. Нам нужно еще второе посмотреть, что будет у нас там. Каких противников нам там подкинут? Ну-ка ся. Так, Эндрю Сарх, Дэдди Курс и Архетерий. Ну что, не такие уж сильные. Здесь у нас пещерники. Против них очень хорошо идут степные. Поэтому... Так, нам нужно, знать, что сделать с тобой? Пройти еще... Так, подожди, как бы нам так сделать? Чтобы выполнить задание. Тремя разными нам нужно сыграть, не забывай об этом. Я думаю, что здесь Уртинотериума просто за глаза и за уши. Во-первых, у нас классовое преимущество перед всеми. Этого вырубаем с тобой сразу же с одного удара. Дэдди Курс, я думаю, тоже здесь особо ничего нам не сделает. 70 атаки. Ну что он тут сделает? Ничего. Сейчас мы его вырубим. Пускай только крякнет. Он еще и в атаку полез, прикинь. Маленький барсучонок. Так, он слил две, да? Две атаки, ну что? Давай вот так вот сделаем. Плюх. Все. И выходит Архиотерий. 136 к атаке. То есть он не жилец. Не, ребят. Прописываем ему по полной программе. Вот и все. Это событие мы с тобой прошли. Оно довольно легкое оказалось. Белая мгла. Ну, я надеюсь, хоть награду-то дадут мне достойную. Вот я бы не отказался бы от Диморфодона, если честно. Или от Микропозавра. А по итогу игра вылетела во время рулетки, и мне достается Пирораптор. Да. Так себе наградка, если честно. Пирораптор. Но зато мы с тобой используем сражение трех разных классов животных кайнозойской эры. То есть это задание мы выполнили. Так, здесь-то у нас что? Птеродактиль, точно. Угу. Не сработала эволюция пока. Продолжаем. Пускай пыхтит.
Ага, шерстистый носорог. Вот он. Ух. Красавчик. Так, надо будет его, наверное, прокачать сразу же. Но я думаю, что он не такой сильный. Хотя 726 хп, 227 атаки. Ну, как, нормально, в принципе, неплохо. Не скажу, что топовый, конечно, но сгодится на первое время. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Так, у нас хозяева тропиков. Вот что это за задание? Микропозавр, крутозавр и протерогиринус. Ёпрысоты, ты пока скажешь, тут язык сломаешь. В общем, друзья мои, здесь нам нужно с вами брать наших летающих друзей. Я думаю, возьму пеликанептерикса. Возьму здесь скафагнатика, наверное, так сделаем, да? И что еще-то? Блин, там очень много этих. Блин, ну неужели демарфадона брать? Я не знаю, тропиогоптера. Короче, я думаю, что мы вдвоем здесь справимся. Давай-ка возьмем сюда, наверное... Диплотатор, что ли? Вот этот мне не нравится. Нет, все-таки я возьму тропиогоптера. Мы в тот раз с тобой тоже пожадничали, и по итогу ничего хорошего не получилось. Ну что, давай атаку сразу сделаем. Неплохо. Так, это микропозавр. Это один из самых слабых у него, да? Атакует. Ага. А одно все-таки там захомячил, да? Нет. Не стал ничего хомячить. Он, видимо, все на крутозавра перекидывает. То есть три к атаке у него будет. Ну, не три к атаке, три очка действия. Естественно, он потратит их на атаку, уничтожит мне. Я даже не сомневался в этом. Скафагнатик, ты сколько будешь бомбить сейчас? 381. Угу. Ну-ка проверим. Все-таки взял защиту, да? Все-таки взял он защиту. Но сейчас ушатает, конечно же. Все будет сливать. Ну что, тропиогоптер, тут только за тобой все дело. Раз-два. Раз-раз. Вот так вот сделаем. Крутозавра мы с тобой вырубили. Так, и вот у нас тут протерогиринус. Только не говори, что ты все сливать будешь. Нет, ребят, он не все сливает. Две. Две слил, две оставил. То есть у нас есть с тобой шанс его бомбануть. Поехали. Да, мы вырубаем его. Прекрасно. Я думал, что он поставит защиту, и тогда, возможно, мы с тобой бы не смогли его пробить. Но раз такое дело, то переходим с тобой на следующий поединок. Но я больше чем уверен, что сейчас будет еще серьезнее противник. Ну-ка проверим. Ну вот, в принципе, я так и думал. Ну, Нундагозавр, Ихтиостега и Диплотатор. Твою налево, а. Ну что, мне брать Диплотатора, что ли, здесь? Ясен перец, что хищников лучше здесь не брать. Это понятное дело, да? Нундагозавр здесь проиграет мой, потому что он слабее у меня. Ладно, придется брать тогда Эдиоморфодона. Еще одного Эдиоморфодона. Ну и, наверное, Энкилодока. Это только вторая битва, да, у нас получается? Так, ну что, давай сразу тогда с атаки начнем. Хорошо, мы бомбанули, кстати, да? Очень хорошо. Зря, наверное, взял двух диморфодонов. Надо было одного взять. Тут за глаза бы его хватило. Так, он абсолютно ничего не стал делать. Я тогда вот так сделаю. Угу. Ну и что ты дальше будешь делать? Ничего. Давай-ка и мы тогда так сделаем. Так, пяток.
Ничего не делает, ребята. Абсолютно ничего не делает, что-то выжидает. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так сделаем. Твою налево, не вырубаем мы его. Семь. Все сливает, прикинь. Но мы выжили. Мы выжили, друзья мои. Ну что же, тогда этому птенчику крышка. Давай, родной мой. Так, выходит их тестига. Ну, ему в любом случае придется одну потратить. Три. Ой, все тогда. Тогда пока. Тогда пока. Он все слил. 1300, да, у него? Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Все. Пока. Деплотатор сейчас выйдет 28 уровня. Куда-то музыка у нас исчезла. Ну что, деплотатор, давай посмотрим, на что ты тут способен. У него атака вообще меньше. Меньше, чем у кого-либо. И все, ему крышка. Он уже начал волноваться, перенервничал, и поэтому мы его с тобой пробиваем. С превеликим удовольствием. Так, это второй поединок у нас выигрышный. Еще три. А, нет, еще два, ребята, еще два. Каких три-то? Два. Саркозух. Сигоно... Сигодонтозавр, ё-моё, и метро... Так, а здесь уже совсем по-другому. Здесь еще и хищники. Так, берем здесь топиелозавра. Сюда возьму деплотатор. В принципе, наверное, деплотатор здесь и будет одного достаточно. Ну, давай на всякий случай перестрахуемся, возьмем вот этого еще деплотатора. Только немножко поменяем. Так. И вот так. Ну что же, давай посмотрим. Топиелозавр, в принципе, должен с ним справиться. Начну с атаки, естественно. 654. Это неплохо, неплохо такой. Но он, блин, саркозух. Прикольно выглядит, да? Как крокодил. Самый настоящий. Меняет. Меняет. Так. И атакует. Ну, он же понимает, что это все. Это же трындец ему просто-напросто сейчас будет. Естественно, я пока ничего не буду делать. Я возьму бонус. Сейчас он будет менять, опять же, на своего саркозуха, да? Ох, даже так. А вот это было борзо, если честно. Это было очень борзо. Так, 2334 у него, да? Блин, почему так вот приходится делать? Ладно, выносим его, короче. На-ка. Так, саркозух сейчас выйдет. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо, потому что 573 к атаке у него. Это ему нужно сделать 2. А, он 3 сливает. Ну, слушай, тогда... Тогда, возможно, все у нас будет хорошо. Возможно, все будет хорошо. Возможно, не будет хорошо ничего. Он все же слил, да? Получается, раз-два, раз-два. Да. Ну что, Димитродон. 509 к атаке. То есть 2 ему в любом случае придется слить. 2 атаки. Все тогда. Тогда мой деплотатор его сейчас раскрошит. Раскрошит, конечно. Погнали. Ну вот тебе, Димитродон. От моего маленького деплотатора. Приветик. Нифига, у него даже на шее там шипы были. Как-то так. Ну что, последний поединок, смотрим, с кем нам предстоит здесь подраться. Акантастега, Эриопс и Приазанух. Угу. Пипец, я тебе скажу. Вот как тут драться, если у меня ни одного летуна нету, а? Ну с этим ладно, я могу подраться через Нондагазавра. А вот с этим-то как бы, вот с этим особенно, Эриопсом. Сколько стоит у меня, например? Придется взять. Ну что же,
Делаем следующим образом. Раз. Два. Три. Другого варианта я не вижу. Другого варианта я не вижу. Блин, он сильнее меня будет по атаке-то есть брать. Если брать по атаке, он будет меня сильнее. Ладно, берем бонус. Что он будет делать? Атакует. Я почему-то не удивлен ни насколечко. Давай. Уничтожает. Ну все, он в принципе клюнул на мою ловушку, которую я для него подстроил. Я думаю, вам не надо объяснить, что это была за ловушка, да? Раз, два. Раз. Раз, два, три. Так вот сделаем. Так, Кантастега готов. Вот этот меня больше интересует. Эриопс, у него всего лишь 155 к атаке. Нет, он здесь ничего не сделает мне. Абсолютненько. Ну что, я думаю, на него не жалко потратить. Сколько там нам надо? Ох, дофига надо. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так я сделаю. Угу. Пробиваем. Ну что же, и выползает Прианозух. О как. Ему придется все слить. Все, довольный такой, да? Победил. А теперь смотри, что мы делаем. Ты думаешь, я просто так его взял? Нет, конечно. Он, может быть, выглядит неказисто, но на самом-то деле парень будь здоров. Хвостиком ударит, мало не покажется. Вот и победа, ребят. Сейчас интересно, кто же нам выпадет из этого замечательного, так сказать, пака. Че вы мне сюда? Вот. Так, деньги, еда. Тираннозавр, что ли? Точно, ребята. И 650, ничего себе, очков доверий. Погоди-ка, тираннозавр, он у меня... А, он у меня прокачан до 20-го. Блин, мне нужен еще один тогда получается, да? После этого мы сможем прокачать. Немножко жаль, конечно, что не хватило. Ладно, смотрим, что у нас еще здесь есть. Так, только для редита монеты. Ну, давай поиграем. Угу, поиграем. Хотя, почему и нет? Поехали, попробуем. Рамфоринг, как ты выглядишь ужасно, а, парень. На тебе. Он сейчас, естественно, будет брать Афиакадона. Понятное дело, меняться. Ну, у нас там Кулазух. Кулазух на подхвате. Возьму-ка я бонус. Так, он сейчас... Если он сейчас звезданет, он мне вырубит, да, получается? Ай-яй-яй, нет, не пробьет. Не пробил. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Твою налево, блин, че же я так просчитался-то опять, а? Ну, врубает, короче, потом вырубаем его мы. Ух, да ты, парень, вообще промахнулся. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Все. Теперь мы его гасим. Он берет Рамфоринха, этого никудышного. Ну и что ты будешь делать? Ну, одну атаку. Все, я понял. А дальше ты хоть что там делай, хоть в защиту все вставляй, я все равно сейчас тебя пробью. Нашим Афиакамимом, да? Тем более у него 170 хп. Давай, давай, радуй. Готов. Первый поединок, как всегда, легко и просто все у нас получается. Давай дальше смотреть. Кулазух и Пирораптор. Кулазух. Ну, я не знаю, против Кулазуха можем взять на суд Цератопса, в принципе.
А против пирораптора? Ну, да зуха. Эх, не нравится мне это все. Но попробуем. У него, конечно, атака будет посерьезнее здесь. Берем бонус. Ну что, Клозах больше так меняет. Опа. Опачки, он поменял. Ну-ка, давай-ка я так сделаю. Если у него... Да, он меняет, правильно. Он меняет. Слушай, если я влуплю сейчас ему по полной программе, он же по идее... Блин, нет, нам лучше вот так вот делать, конечно. Вот им надо влуплять. В принципе, по полной программе. И я рискну. Эх, не вырубили, да? 24 хп я ему стал, ё-моё. 24, ага. Ну ты видишь, что он сделал. Раз-два, раз-два. Так, посмотрим, что у нас здесь сделает пирораптор. Давай, сливай все, сливай все. Вот это жук, а. Давай-ка я вот так сделаю, проверим. 6. Блин, по-моему, мне крышка. Здесь он сейчас... А, нет. Тогда нет, живем, ребята. А вот ему крышка. А вот ему крышечка. Ну давай, ну дозух. Молодец. Ну и еще остается у нас последний поединок. Монолофозавр и каритозавр. Ну тут, ребята, я не знаю даже. Тут, по идее, надо вот этого брать. А он стоит, видишь, сколько? На откате. И как быть? Этими, что ли, бомбить? Ну это... Не знаю, ребят. Каритозавра еще ладно, можно вырубить. Но как быть с монофозавром? Так, ладно, не хватает у нас здесь. Давай пойдем попробуем с тобой, знаешь что? Дрожь земли. Немножко пофанить. А, кем мы будем фанить-то? Меня скинули выжившие, ребята. В лигу выживших, прикинь, скинули меня, сбросили. Как никчемника какого-то. Просто на пинка под зад. И полетел я дальше, чем вижу. Так, ну что же. Выбор невелик. Давай попробуем вот так вот. Три хищника, ребят. Это очень-очень опрометчивое мое решение. Если у него сейчас будет хотя бы рептилия одна. Блин, а у него их две. У него две рептилии. Так, ну этого я сразу гашу. Пара зуоролов этого. А вот с этими я не знаю, что будем делать. Хотя, ну, диплокаулус у него не такая уж мощная атака, как ты видишь. Поэтому его-то я вырубить смогу. Угу. Решил все-таки пойти в атаку. Опрометчиво это было, опрометчиво. Ну что же, минус диплокаулус и выходит диплотатор. 228 к атаке. Все сливать будет, согласись. Нет, как это так? Как хочешь. Я тебе все равно заставлю все слить. Ну давай, не жмись. Сейчас что-то там думает. Зря он так. Погнали. Вообще бессмысленно как-то постоял там. Ну давай, лонгозавр, вали его.
Все. Нокаутировали мы деплотатора. И сейчас мы должны с тобой вернуться опять же в Лигу Охотников, насколько я помню, да, у нас идет. Да, Лига Охотников, 87-я позиция. Ну-ка. Угу, классические бойцы, фиг тебе, да? На тебе кусочек мяса, как говорится, и радуйся. Ну что, тогда отыграем следующих с тобой. Это Николангрюса, Раджастега, потому что все равно других нам не поставить. И Метрия Кантазавр. Офигенные риски, конечно. Тремя хищниками. Ну, вот здесь вот эти риски оправдываются, потому что здесь вообще четенько идет. Бомбим. Отлично. Какой же ты противный, а? Парихинозавр. Не, пахирино. Ну да, пахиринозавр. У тебя лицо как муравья какого-то. Так, Ютиранус вышел. И ты думаешь, тебя Ютиранус этот спасет, что ли? Ах ты, жук ты навозный. Все равно не спасет. Не-не-не-не-не. Даже не думай об этом. Что и атакует? Красавчик. Раз, два, три. Адьюс. Ну что, продолжаем разговор. Пахиринозавр. Че, думал, избежишь участи с мной? Нет. Мы с тобой еще поболтаем здесь. Что ты будешь делать? Ну, естественно, выбора у тебя нету. Ты пошел в атаку. Правильно. Ну, а мы тогда сделаем раз-два. Раз-два-три. И защитку одну. Пробиваем. Так, и выходит Амаргозавр. 103 атаки. Ну, что ты будешь делать, Амаргозавр? Это была большущая твоя ошибка. Огромная просто. Ну, вот тебе и крантарики. Давай, Тони Калагриус, бомби его. Хопа. Все, ребят. Победа за нами. Ну, это была единственная и последняя победа в данный момент, потому что больше нам некого с тобой брать. И события, ну, события, я думаю, мы завтра допройдем с тобой, да? Если успеем, если я не просплю, опять же. Так, тут еще рулетка у нас. 120 ДНК, отлично. Отлично, так, забираем здесь. Так, использовать ускорение, собрать моды. Ну, пойдем моды заберем, наверное. Так, эхо, давай что-нибудь нормальное нам подгоняй. Не жмись на сладкий кусок. Устрашение. Ладно. Следующее, наверное, опять даст устрашение, скорее всего. Да, есть такое у них дело. Давать дубли. И использовать ускорение. Вот насчет ускорения я что-то, честно говоря, не уверен, что у меня сейчас получится это все сделать. 40 тут никак. О! Созрел. Кронозаврик-то созрел, друзья мои. Вот же он, кронозавр, да? Так, заберем. На рынке. А на рынке он у нас есть? Кронозавры я не вижу. Вот он. На 60 уровне откроется всего лишь. На 60. Так, а как же мне тогда сделать ускорение? Допустим. Так, долго здесь ждать? Ага. Долго. Вот.
Динотерий. Но это только второе, получается, ускорение, да, мы с тобой сделали? А нужно три. Вот где это еще одно сделать? Да что там, блин? Как бы нам еще-то одно замутить? По Шурику. Вывести. И вот я поставлю, но... Ага, вот. Все-таки он бесплатно ускоряется, ребят. Все, поместили. И награды мы с тобой забрали. Открывай давай. Еда. Так, бакинские и дилофазавр. 95 очков доверий. Ну, почти, ребята, ну, 4500 мы с тобой набрали уже. Несмотря на то, что недавно мы с тобой открывали чистое золото. Хорошо, идем. Ну что, ребята, на этой ноте я, пожалуй, буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!